Темп – один из крупных легкоатлетических манежей региона. Здесь развивают 5 спортивных направлений. Это легкая атлетика, гимнастика, акробатика и волейбол. В 2010 году к ним добавился баскетбол. Проектная мощность учреждения составляет 70 групп. В них могут заниматься свыше 1600 детей и подростков. Но этой загрузки до недавнего времени не удавалось достигнуть. Основное здание комплекса сдано в эксплуатацию 37 лет тому назад. Естественно, условия в нем были далеки от требований сегодняшнего дня. Сейчас, как открылся манеж, для нас это очень большой плюс, так как раньше приходилось заниматься в таких простых условиях, бегать кроссы, а сейчас есть полный, совершенный манеж. Сергей занимается легкой атлетикой уже 5 лет. По его словам, новые условия на тренировочной базе дают березняковским бегунам надежду на профессиональные успехи. Здесь сделано много. Строители укрепили крышу манежа, отремонтировали кровлю, заменили витражи, вентиляцию и пожарную систему. Кроме того, уложили специальное напольное покрытие. Оно поможет спортсменам избежать травм при падениях. Зал оснастили звуковой аппаратурой. Это довольно серьезное сооружение, потому что легкоатлетические манежи, их вообще очень мало. И в целом в стране, не говоря уже о Пермском крае. Поэтому я не зря сказал, это уникальный манеж. Я надеюсь, что к будущим Олимпийским играм, летним Олимпийским играм, уже появятся спортсмены, которые именно стали воспитанниками этого спортивного спорткомплекса. В подарок темпу представители региональной власти вручили подарочные сертификаты на приобретение тренировочного оборудования и на создание декоративного панно. Оно украсит одну из стен манежа. Губернатор Виктор Басаргин уделяет особое внимание развитию в крае физкультуры и спорта. За счет бюджета в Прикамье строятся новые и реконструируются действующие спорткомплексы. Андрей Григорьев, телевизионная служба новостей.